Дорогие садоводы и огородники, компания Premium Seeds продолжает знакомить вас с интересными новинками овощных и цветочных культур. Пучковой укроп «Владыка». Результаты наших исследований позволяют утверждать, что на сегодняшний день это самый урожайный укроп среди известных сортов, и он существенно превосходит всех своих конкурентов. На одну семью достаточно посеять всего один пакет, и этого хватит, чтобы обеспечивать вас ароматным урожаем всю весну, лето и осень. Еще и на заморозку и сушку хватит. В результате многоразовой уборки, а за сезон это не менее 4-5 срезок, один пакет семян Владыки заменяет 10 пакетов обычных некустовых укропов. Наш чудо-укроп относится к среднеспелым сортам, поэтому период от всходов до начала появления зонтиков у него очень длительный – 65-70 дней. В результате этой особенности растения долго не имеют стебля и приобретают форму плотного, компактного, невысокого куста. У Владыки 4-6 нижних междоузлий сближены. В пазухах листьев весь сезон отрастают боковые побеги, чего не бывает у обычных сортов. Наш укроп Владыка, настоящий Владыка над всеми укропами. Посмотрите, какой он весь густо облиственный, пушистый, жирный. Давайте посмотрим. Возьмем обычный укроп. Вот он, видите, какой обычный укроп. И возьмем, вырвем наш укроп. Посмотрите, растение Владыки и растение обычного укропа. Посмотрите, какой у нас укроп Владыка. Всего несколько растений, а зелени полное ведро. Владыка обязательно будет радовать вас богатым урожаем весь сезон, но при уборке зелени необходимо учитывать его биологические особенности кустового укропа. Вот. Мы оставляем вот эту почку центральную. Все, что выше почки, мы обламываем. И таким образом остается точка роста. Из нее будут выходить новые побеги зелени. Вот на этом можно еще посмотреть. Вот. Видите, почка выходит. Мы выше почки его вот так обрезаем. Вот здесь центральная тоже почка. Мы ее обрезаем. И так далее, и так далее. Вот. В таком виде он у нас должен оставаться, чтобы центральный побег оставался целым и невредимым. После первой срезки и каждые 10-12 дней укроп Владыка вам будет давать большое количество ароматной зелени. Вы можете ее переработать по своему усмотрению, засолить, замариновать, засушить. Мы, например, предпочитаем укроп Владыка морозить. Потому что высушенный и консервированный укроп и цвет теряет, и аромат у него меняется. А после заморозки при температуре минус 18 градусов зелень укропа сохраняет все качества свежего, остается более душистой и полностью сохраняет витамины, свой изумрудный цвет, неповторимый вкус и действительно будет напоминать вам холодной зимой о теплом лете. Зелень, предназначенная для заморозки, должна быть молодой и сочной. Хорошо промытые и просушенные веточки укропа измельчают, не допуская увядания. Желательно, чтобы пакеты, в которых она будет храниться, были такого объема, чтобы в них поместилось количество зелени на один раз использования. В пакеты складывают укроп очень рыхло, завязывают и убирают в морозильник. Первый пакет готов. Обязательно попробуйте посадить этот чудо-укроп у себя, и мы уверены, что наш Владыка покорит и ваши сердца.
Если вам понравился пучковой укроп Владыка, приобретайте его в семенных магазинах вашего города. Наиболее удобные адреса для вас вы можете найти у нас на сайте в разделе «Где купить». Выращивайте и наслаждайтесь!